Добрый день. На канале «Томаты больше, чем любовь» Светлана Чернова. Утро раннее, пока солнышко только поднимается, но уже начинает печь. Действительно, в этом году у нас южная жара. Я хочу сделать небольшой обзорчик баклажанов. Можно сказать, даже по сортам. Время уже собрать с некоторых сортов урожай, а некоторые только еще цветут. Вот что интересно, в один день их посеяли, в один день высадили, в один день пикировали. Все в один день с ними же. Их не так много, чтобы в разные дни делать. Вот первый год сажаю сорт марципан. Но у него уже и плоды и снимали. И он много пасынков не завязывает. Я уже практически перестала его формировать. Ну, вот тут мелкие пасынки есть, конечно, их надо убрать, которые это... Можно даже уже и не убирать, потому что так, ну, таких вот тут три баклажана. Один уже большой для съемки, вот два останется. Можно уже и этот молодой снять, потому что рагу делать детям кабачками, с брокколи. Понравилось детям. Внучка у меня Пелагея говорит, бабуля, новое блюдо. Я говорю, детям нравится, надо делать. Вот здесь уже один большой баклажан мы сняли, он уже в землю упирался. Вот 2-3, вот четвертый баклажан и цветут. Так, вот он большой. Вот как описано, как говорит, то есть так и есть. Но вот рядом стоит бычье сердце. Баклажан бычье сердце. Очень хвалили гибрид. Ну и по росту, и по весу, можно сказать. Он такой же, как марципан. Но что интересно, пока там ни одного плода нет. Так же вот сформировала. Так же это, ну, цвести собирают, но он массивный сам себе стоит. Красавец. Вот они у меня. Вот второй здесь. И, по-моему, вот здесь третий. 3-4 штучки. Себя показывает вот марципан и японский карлик. Он тоже несколько уже мы тут снимали. Вот это тоже бычье сердце. Он. Нету там ничего. А вот тут они. А вот там у японского карлика. Вот он. Он. Такие пузатенькие баклажанчики. Что интересно, наверное, этот японский карлик, он лучше растет в грунте. Почему? Очень хорошая такая погода для него. Вот здесь тоже у меня, по-моему, были баклажанчики. Есть. Но это не... У меня еще король севера был. Возможно, он. Но это не японский карлик. Так. Теперь здесь же я хочу... У меня три томата стоят. Сразу отдельно обзор делать. Когда созреет, покажу. Вот они. Indigo Rose. Они так хорошо кисти завязали. Вот одна кисть. Вторая кисть. И второй куст идет. Тоже кисти завязали. Вот это вчера только я увидела. Вот снизу. Его надо убрать. Я убрала, хоть он большой. Сколько сил забрала. Вот вовремя не заметили, значит. Вот второй. Тоже самое он хорошо завязал. Так, вот, вот кисти в ту сторону получилось. Так я подвязала. Очень много... Ни один цветок не сбросил, хотя здесь такое пекло стоит, стекло и целлофан. Но хорошо завязывают вот такие блестящие такие томатики. Ну, величина у них в прошлом году мне не удалось их вырастить. А в этом году, чтоб поздно они взошли, потом уже места не было. Вот тут я три томата посадила. То же самое, вот какой кисть завязывает. Вот очень красивые кисти, томаты... В прошлом году я семена давала, у них выросли. Через месяц, говорит, только взошли. Но они томаты получили. Мне не удалось получить. В этом году уже я проявила, как бы, тоже через месяц зашли. Но зашли. И пойдем сейчас баклажаны покажу, которые вот на улице. В этом году я вообще не помню, что осталось у меня. И я все посадила уже в грунт. Они тут уже... Вот покажу сразу. Вот это японский карлик. Они намного свежее выглядят. Вот они. Вот, вот. И цвет другой. Сейчас я как пройду, как-нибудь пройду. Тут у меня тыква буйствует. Ну, а как?
Вот то же самое. Я их один раз формировала, нижние листья убрала после града. Очень сильно пострадали они не от града, конечно. Я, по-моему, только наступила тут. Вот, вот он, классический японский карлик. А там вот теплица, у него цвет он не набирает, как бледненький такой. Вот, вот он, лежит уже на земле. Вот он. А кустик-то, кустик-то небольшой. Он вот такой маленький кустик, а баклажаны. Вот еще один. Все баклажаны, ну вот тут, о, вот, вот они. Три больших баклажанчика. Можно? Так, тыковка, не лезь-ка ты сюда. Так. Вот, это уже, по-моему, король севера или сибирский король. Я даже, ну, как говорится, все, что осталось, я высадила сюда. Здесь тоже с баклажанами. Вот там опять это японский карлик. Да, понасадила я, как говорится, себе. Вот они все теперь и лезут, где хочешь, там и... Так, вот тут два больших баклажанчика. Вот. То есть ни одного куста без баклажанов не стоят. Может быть, сама думаю, с одной стороны тепло, с другой стороны защита. Может быть, поэтому, вот уже пекло начинается. Может быть, и поэтому. Там они все время жаре, может быть, и цветы стерилизовались. Возможно, все возможно. Я же не агроном, не могу сказать. Так, вот такой обзорчик моих баклажанов. Сегодня буду снимать большие уже, чтобы дальше другие росли. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, я буду очень рада. Ну, уже все, дышать невозможно. Пока-пока.